Вот это замело. Мама. Надо скорее-скорее велосипед, да? В теплицу прятать. Угу. Что? Можно на улицу. Снег чистить? Да. Лопата нужна, да? Мы после четвертого. Ела сегодня? Конфетка с гречкой. А что-то сегодня списка не было. Вчера у Насти говорит, сказали, списка нету, и мол, иди, не покормят тебя. Мам, а ты же знаешь, где на дом есть? Ой, можно снеговика лепить. Да? Можно снеговика лепить. Липкий такой снег. А где у тебя перчатки, варежки? Так надо было взять. Сейчас дам. Вон так скрипит снежок. Такая вот погодка у нас. Снеговика будешь лепить? Сейчас Настя тоже выйдет, говорит, на улицу. А? Сейчас вынесу. Элиза, на! Это что запечаталось? Красиво. Там песок, сейчас вся куртка грязная будет. Вы же снеговика лепить хотели. Тепло. Я буду мороженое продавать. Здесь таким вкусным есть. Здесь обычным вкусом. Здесь не знаю. Ну куда у тебя тут горка, куда хочешь есть? Все будет. Сейчас еще такие ровненькие. Нужно крепость, замок сделать. Ага. Снежный. Я буду мороженое. Давайте. Всю горку обкатала, да? Элиза, ты всю горку обкатала? А ты почему здесь собралась? Ты постель-то уноси свою. Отсюда одежду. Помидорки захотела, Элиза. Не рассыпь здесь ничего. Это подметать буду. Вот это унеси. Как раз помидоры пока остынут. А как ты так залезла? Ты что, кухню сломаешь? Что ты хочешь взять? Тарелки. Маугли.
Маугли, иди сюда. Айда ко мне, ты же мне так кухню сломаешь. Ты вообще ку-ку? Ну, я так делаю. Не надо так делать, у нас стулья есть. А как? 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 Стульчик подвинула. Да? А, ты решила себя накормить. Самостоятельный ребеночек. Да? Спроси, может, Настя будет. Ей тоже погрей. Тут столько отрезов. Ну вот, все разогрей. Может, Настя тоже хочет сосиски. Настя говорит, не хочет. Не хочет Настя. Валера на обед приезжал и ложился поспать. И пришлось мне приводить себя в порядок. Что у меня там упало? Оп! На кухне. Чтобы его здесь не будить. Так, а меня ждут носки, замоченные вчера. Тушь эту старую надо выбросить. Это она или не она? Вроде бы она. Да. Старенькая. Носочки меня ждут. Сейчас буду снимать шторы. Стирать. Стирка день третий. Блокбастер. Справится ли Алвина? Уже 3 дня стирать. Да стирать все никак не может. Когда ремонт? Это все из-за ремонта, между прочим. Потому что я все это выгребала. Все носили. Все, что можно и нельзя. И соответственно. И соответственно все. Дом превратился в помойку. Носки как у бомжиков. Вот так вот раз, раз, раз. И готовас. Валера уехал на обед. Вот, а я сейчас буду с носками тут возиться. Да я тут немножко себе натерла. Ну ладно. Если мыло останется, я думаю, ничего страшного не будет. Немножко. На носках мыльный вот этот раствор. Он сейчас будет стираться и будет хорошо. Какие-то сильнее намыливала. Какие-то послабже, но не успела присохнуть, потому что один раз, когда футболки я вот так вот делала, ушастый нянь покупала и оставила вот так же, намылила и оставила, а потом что-то 1/5-10 и у меня так они и пролежали, или хозяйственным мылом. И потом даже это хозяйственное мыло пришлось отстирывать. Присохло, потому что как и коричневые пятна такие образовались. Что я буду без колячки так стоять? Все равно же я сразу сюда все это буду отправлять, чем здесь складывать. Сразу стиралку вот так. Я потому что их споласкивала. Ну, не споласкивала, а намылила и водой залила. Здесь уже в стиральной машинке нормально будет. И еще сейчас что-нибудь туда закину. В ванной неудобно вот так вот стоять. Спина начинает говорить здравствуй. Напоминайте себе. Я
сейчас будет чисто-чисто, как у трубочиста. Вот, может быть, не с носками, я думаю, тюр лучше отправить. Наверное, так и сделаю. Сейчас тюр сниму и уже с носками запущу, потому что я сейчас какую-нибудь цветную одежду... У меня цветная одежда осталась, и цветной одежды, наверное, будет плохо, я так думаю. Тогда пойдет тюль у нас в стирку. Еще грязь сошла, потому что здесь я вот так вот вижу, какая грязюка сходит дополнительно. Вчера настиралась и здесь стерла себе кожу, и чуть-чуть неприятно, поэтому в ладошке стираю. Вот, а это вылетает. Здесь оставлю. Пойду на кухне, наверное, сниму. На кухне и в коридоре. Настя, ты давай-ка уроки делай. Чтобы опять до вечера с этими уроками не возиться. Сейчас, наверное, подольше поставлю режим стирки, чтобы растирались вот это тюль. Так. Она на кухне, потому что здесь есть, конечно же, кое-какие жиринки, пылинки. Здесь мама, дай кружечку, пожалуйста. А что у нас там? Кружек нету? Чисто. А что эта сосиска недоедена? Надень футболку. В принципе, если сейчас места мне хватит, скорее всего, хватит, потому что тюля наша такая скомканная, легенькая будет. Да, и не тяжелая. Поэтому можно будет еще снять у девочек, что ли. А, там гирлянда. В зале тогда пока сниму. С первым этажом можно разобраться. Хочу взять стул, чтобы достать тюль. У девочек гирлянда висит. Вообще нужно новую тюль заказывать, потому что вот сюда хочу такую обычную, классическую. Здесь у нас тюль вообще старая висит. Ну, я думаю, когда ремонт сделаю, сюда уже можно обычную такую тюль повесить, класть. Ну, как везде в доме. И Настя с Элизой, и на кухню тоже обновить. Они сейчас недорогие. 500 рублей, 400 рублей. И уже взять по длине потолка, чтобы она не по полу не болталась. Элиза, давай. Элиза, да, давай-ка иди порядок наводить. Кровать заправлять. Давай резиночку сейчас дашь, я тебе волосы соберу. Кровать заправить. Да. Еще что? А? И вон убирать. Футбол там у тебя уже лежит, порядок наводить. Давай расческу. У тебя здесь где-нибудь расческа с резинкой? Вот резинка. Давай расческу. Белье покладь тоже. Одну что ли будем делать? Посмотри, вот уже помидоры поела. Идем, потом переоденешь. Давай я тебе сделаю волосы, чтобы...
чтобы ты голову вчера помыла или не мыла? Мыла. Угу. Я видела там шампунь у тебя. Вот бальзам не сделали. Надо было меня позвать. Мне тебе бальзам нанесла. Поэтому волосы плохо расчесываются. Вот этот шампунь. Ага. Глиспур. Это он выглядит как мед. Как мед, ну. Надо и как солнышко. Фикс прайс потом. Еще купить, да, Настя? Сегодня? И девочкам подходит вот этот вот глиспур. Сегодня? Не знаю. Что-то идти не хочется мне по снегу. Мне хочется с тобой. Можно сегодня? Попозже. Попозже, наверное, можно сходить. Где-то. Чтобы нас папа с работы забрал. Например. Вечером. Да. Туда дойти пешком. Наверное, давай это. А потом папа, чтобы нас с работы возвращался и забрал. Пятый-четвертый час пойдем, да? Да, в пятом часу можно пойти. Мам, а у меня мне только нужно делать русский и башкирский там читать. А математики нет завтра? Пятницу. Чуть мало задают вам. Ага, вообще мало. А мне это... Но, знаешь, поскольку он задает, вот мужчина, который ведет у нас математику, по 4-3 там упражнения. Угу. Ну, они легкие. А мне? Конечно, легкие это задачи. А мне нужно прописи. У тебя много прописей. Ну, вот эту та самая лучшая. Давай. Которая... Ты вот эту майку снимай, я ее сразу в стирку заберу. На улице тепло, кстати. Ну вот можно в пятом часу пойти в магазин. Ты уроки сделаешь, я тут свои дела сделаю. Я тоже прописи напишу. Да. И уже папа будет возвращаться с работы, нас захватит, чтобы туда пешком и обратно. Ты испугалась? Берёмся, она мою ногу закрывает. Ты футболку ту надень, которая синяя. Ты что меня так пугаешь? Мне стало легче засыпать, потому что первый день, когда я ложилась спать, чтобы... Вот так она, как крысёнок маленький, не слышишь? Же когда тихонько так прыгает. Вот так вот. Ой. Ну, просто соскучилась, да? Соскучилась тут? По тебе, видимо, да. Ты... А, ну ладно, ходи в колготках. Чтобы потом не искать. Ой, как вертится. Ой, как вертится, да, Дуся? Сейчас тебя царапнет опять. А моя бабка... Бабка Грэнни... А моя бабка Грэнни меня любит. Просишь, что ли, бабка Грэнни? Да. Давай, идем. Алена, бабку Грэнни. Настя, тебе тоже вообще-то надо заправлять кровать. Давайте, заправляйте. И сейчас прописи я найду. Вот они, мои. А здесь что, уже кошки спали в этой коробке? Да, видимо. А, да, я утром проснулась, они там уже. Обе, что ли? Ой, моя бабка меня ждала, пока я проснулась. Я слышала, что что-нибудь, но не поняла, что это ночью было. Что ты хочешь, прописи, буквы или цифры писать? Буквы, чтобы научиться. Мам, знаешь, сколько этих кофе просидела? Со всего дня я сидела в нем 10 часов. За все время, наверное. Угу. Или давай, нет? За весь день. Давай помогу. Давай. А здесь есть буквы? Да, буквы есть. Вот. А, вот ты делала, да, писала? Угу. Угу. Вот ручкой. Угу. Угу. Вот теперь вот это делай. А в телефоне сидела я 14 часов. Да не может быть. Когда ты успела сегодня? Нет, зачем все равно?
Да, да, вот и в одном телефоне лучше с Лизой бы поиграла. И Лиза, хватит под подушку складывать вот эту одежду. Ну сколько можно? Это должна... она просто тяжело. Ну что, разве тяжело вот это открыть и убрать? Я сколько буду ругаться? Сколько? С тобой. М? Настя, это ты вчера ей складывала сюда? Ты же видишь, оно не закрывается. Вот еще же одна есть полка. Вот сюда же можно положить тоже аккуратно. Ты вот так все делаешь, и потом так и получается. То, что себе ты аккуратненько складываешь, а сюда вот так. Потом закрываешь эту полочку, и она не закрывается, и все вот эти стопки поглаженные сносит. Я же говорила, я теперь каждый вечер буду приходить. Нам вот вчера повезло, то, что я не приходила, сидела, гладила. Забыла. Я теперь каждый вечер буду приходить и проверять ваш порядок. Я не забыла, я занята просто была. А то я глажу и... Ты хотела, но не успела. Конечно, я глажу, и получается так, то, что закрываешь, и вот эти стопки все разваливаются, и все опять одежда помятая становится. Майки с майкой, штанишки со штанишками. Ты же знаешь, угу, как это складывать? Мама, посмотри у Насти. Что? Вон там вот. У нее в комоде вон вылазит одежда. Опять, значит, не сложила? Нет. Тоже, наверное, вот так стопку просто кинула. Нет, у нее нормально, вон, у нее футболки с футболками. У нее... Нет, я просто на рандом положила. Она положила как надо себе. А Элизе так... Завтра опять физкультура. Да? У вас каждый день физкультура, что ли? Ну, она должна была бы... Вот раз. Три раза в день. Ой, три раза в день. Три раза в неделю. Получается, вторник. Что у вас физкультуры намного больше, чем вторник, биология. Вторник, четверг и пятница. А биология один раз в неделю, да? Да. Настя, это что за баллон здесь? Убирай. Где твоя косметика лежит? Сказала же, прибираться. Элиза, а что у тебя здесь иголка? Где? Ну, у нас прям иголка в постели. Я же стелила. Ты что так в ногу воткнется? Не знаю. Может, ты за шкафчик попадалась и потеряла? А? Вы отсюда кошек выгоняйте, пожалуйста. Вон они здесь спали у вас. Приходят Дуся, Дуся и Фрося, я утром проснулась. Они здесь вот Фрося, здесь Дуся. Ребята! Ой, наоборот. Ты письмо послала. Это письмо. Просто на столе лежало. Письмо. Лиза, вон резинки убирай. Вот резинка, вон там еще на столе резинка у тебя. Где резинка? Вон, на полу. Во. Да, вот-вот. Мам, знаешь, когда у меня... Какой день недели будет? День рождения. Пятница? Да. А как ты узнала? Смотрела. А я в дневнике посчитала. А как ты хочешь? У меня день рождения на следующей неделе. Как ты хочешь его отмечать? Не знаю. Может... Ну, как думала? Сначала думала просто позвать друзей здесь. Ага. Дома, да? Да. Но потом передумала, потом не знаю, что хотела. В город? Да. Куда? Купить что-нибудь. Я тоже так думала.
зайти в этот. Да, что-нибудь купить? В центр. Ну, Бургер Кинг, да? Бургер Кинг, да. Как базовый вот так. Обычно будет у нас. А друзей что не хочешь? Ну, могу, ну, хочу. Возможно, в субботу приглашу. Ну, нет, давай уж один раз. Че, мы неделю твою будем отмечать? Днюху. Папе уже два дня отмечали. Ну, тебе же не 35. Юбилей. Настя, это все поправлять надо. Настя, вот тебе же не 15 лет уже. Вот так убираешь и прям поправляешь. Настя, тебе же не 15 лет. Мягче стало спать. Мама, тебя кто-то звонит. С одеялками. Кто звонит? Спама опять. А, сейчас не знаю кто. Мошенники, может, какие-то. Мам, вот так. Все убираешь? Да, я просто когда одеяло ложу, там все сползает. А не просто одеяло. Девочка, как-то было это, жестковато спать на матрасе. Я им постелила одеялки. Мама, а можно нам всю кровь, что? Вот я хочу на другие пледы. Я бы пледы вот так положила, на пледах было бы хорошо спать. Но нужно чем-то придумать укрываться. Красивенько. Можно еще один плед купить? Два. Зачем? Ну вот он, нас вот, он же себе плед на своего тела. У вас вообще как будто это облачко. Ну у нас-то другой матрас немножко. Еще плюс ко всему. Мама, знаешь, какое я самое день рождения запомнила? Какое? В среду. Когда у меня день рождения был. 10 лет исполнялось. Сколько лет-то? 9 исполнялось. А что там? Я не знаю, мне что-то стильно очень запомнилось. А что было? Я там писала, типа, там среда была, и я писала мой день рождения. Я прям все четко помню. Вот ты зашла со мной, мы пошли с папой заехали. А что такие пледы грязные? Да я не знаю. Грязные? Не ладно. Будет. А там? Да, вроде же недавно чистили. Вот я их стирала, вон опять все какие-то. У Лизы тоже просто серые и не видно. Мама, что? Когда я не умела хорошо писать? Ненавижу ночи. Ночи. Вы потому что... А, это кошки у вас здесь прыгали, вон. Следы кошачьих лап. Да. Вы за собой их таскаете, они вот выйдут на улицу, и вот что. Уже отрезал кто-то кусок пледа. Это Элиза. Зачем ты отрезала? Нет, это не я. Элиза. А это? Это скотч от Лены. Вот же я резинку тебе сказала. А, я не видела. А зачем нам потолки? Давай, пиши. Мам, Альбина Фаритовна сказала, что у меня красивый почерк будет. Да? Угу. Хорошо. Вот смотри, у как сначала, вот когда вот эту будешь писать, ты сначала вот сюда ставишь ручку и вот такой крючок делаешь, вот такой. Вот, сначала вот так делаешь. А потом вот этот хвостик сверху вниз вот так, видишь? Вот у тебя поэтому пока сначала вот так, а потом вот так. И также ты буковку У пишешь. Сначала вот так, а потом вот так. А вот это что у тебя такое? А вот такую буковку ты сначала должна вот отсюда. Ну, я отсюда. Вот такую делать, а потом вниз крючок. Вот же у тебя здесь показано. Ты сначала вот так обводила. А потом вот так обводила. Знаешь, как я вот эту вот опишу? Вот тут вот. Сначала двоечку вот так вот, вот сюда. Нет, вот не должна быть вот такой уголок. Должен быть плавный, как буква Г. Вот смотри. Вот. Вот так. Вот такая плавная, видишь? Вот как лебедь плывет.
так вот. Да, наверх. Я вот так вот делаю, вот сюда и вот сюда. Нет, вот тут, такой и кусок. Получается некрасиво. А если ты сделаешь вот так и отпустишь руку, а потом вот сюда поставишь ручку, вот сюда, и сделаешь вот такой вот крючок, как показано, тогда у тебя у красивое получится. Вот. Вот, смотри. Вот, ты делаешь вот такую Г, потом ставишь вот сюда и крючок. Видишь? Вот здесь рядышком. Ты не двойку, а Г пиши. Мам, а у меня сейчас нормальный почерк. Вот, видишь, привыкла уже вот так вот эту делать. Вот, держи руку. Вот так. Ну, это ты зацепила. Вот. Нет, не надо вниз хвостик. Все, сверху теперь крючок. Вот сюда ставишь. Вот потому что не надо вот здесь, а нужно на новом листочке. А ты там все пишешь, и у тебя места не хватает. Вот, смотри. Вот ты делаешь вот такой крючок, буква Г. Все, остановилась, вот нарисовала. Потом ты ставишь вот напротив, вот сюда. Вот сюда ставишь ручку, поближе чуть-чуть. И вот такой крючок. И вот здесь хвостик соединяешь. Давай вместе попробуем. Держи. Делаем Г. Отпускаем. Ставим вот сюда и делаем крючок. Угу. Наверх, напротив, вот сюда, напротив вот этого. Вот сюда. Ой. Ставь ручку. Вот сюда? Угу. Во. Вниз тяни до конца, как крючок делаем. Сложновато, да? А у тебя такой розовенький макияж. Да. Вот, значит, тренируйся, вот эти еще раз обведи. Вот эти вот. Вот это вот заново обведи все. Это вот тебя и учат. Мам, я сейчас начала не так вот, как я делала. Вот, мелко. Как да. Угу. Мелко. А сейчас у меня просто вот так вот. Конечно. Мне так больше нравится. Так это читать можно? Да. Мне самой там как раз все... Нормально будет, и еще также текстовый делитель можно чуть-чуть вот так вот сделать. Все. Да. Как обычный дневник. А тогда я вот покажу целый. Да. Ой, боже мой, ничего. Страшно. Ничего, да, с лупой надо. Смотри. Да, давайте занимайтесь, я пошла. Я пошла стирать. Тут сразу берем. Ты что тут развалилась? Это я не для тебя, между прочим. Ага, ой, как елка там красиво. В снегу у нас. Такая красавица. Красавица елочки. Ой, какие. В снеге, в снегу. Все, шторы. А, тюль сняли. Все, здесь порядок наводим. Здесь тюль тоже. Без окон, но с дверями. Время 4:30. Сейчас здесь прибрались, убрались. В общем, я шваброй собираю волосы зеленые, а Настя по пути идет и подметает сразу. Да? Уроки сделала, все сделала. Ну, так что сейчас я кофе попью. И будем одеваться. И сходим в фикс-прайс. Валере надо позвонить. Сказать то, что мы пошли туда, чтобы у нас сейчас по времени, через сколько он там освободится. 4:30 уже. Да. И вот как раз. У меня, кстати, вот такая кофточка. Маме одежду как кто-то отдал. И вот она. Алвин, тебе нужна? Я говорю, конечно, нужна. Классная такая вообще, блестящая. Кто отдал, что отдал, я не знаю. Я говорю, отлично, мне для дома самый самолет, тепленькая, комфортненькая, красивенькая. Че в интернет-то блистать? Ой, тихо, чтобы не выходить-то. Так что вот.
кто-то отдает, кто-то носил. Я не гордая, я могу переносить. Мне для дома как бы ничего страшного. Да, ты сумочку с собой берешь. Что там у тебя, деньги? Лопату сейчас купишь, да? Это дядя Валера им давал? Еще вот. Да. Ты снег ешь? Нет. Ну-ка, посмотри на меня. Ешь? Нет. Да. Раз губы вон обветренные все. Нет, это еще было, когда не было снега. В общем, в вечернем влоге мы идем фикс прайс. Так что ждем вас всех вечером. Да? Да, лопату надо купить, ручку надо купить, шампунь для Насти, в общем, пойдем туда. Для, да, для них, там у них уже заканчивается. А Дуся что-то за нами, все ходит. Дуся, все. По поводу плинтусов, не помню, говорила я, не надо закрывать. Не говорила, в общем, будут белые плинтусы. Здесь почему белые? Элиза, выключи чайник, пожалуйста. Они темные, потому что если мы сюда сделаем темные, то визуально стены уменьшатся, они больше сольются с полом, например, если брать вот такой вот цвет венге. А если сделать белые, то, соответственно, уже стены как бы такие, какие есть. И поэтому мы будем вот такие плинтусы делать. Когда разбирала, нашла один плинтус, и сюда он как раз пойдет. Валера вырежет. Плинтус будет только лишь вот на этой стене, как бы с этой стороны. Мама, а почему у нас стол на столе лежал? А это я приподняла, потому что я здесь убирала, а Настя выметала. Вот. А мелочь тоже моя. Да, там же есть эти автоматы. Можешь спокойненько поиграть, да. А то у вас с папой вечно вы делите. У вас война. Сейчас посчитаю. Игрушечный. Это бумажки. А это мелочь. 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Угу. Все, деньги считать научила, и самое главное. А то, что буква У, это вопрос времени, да? Хорошо, что я еще научилась писать букву А и У. Вот давай учись, я потом тебе буду диктовать какой-нибудь текст, а ты будешь писать. Например, Элиза, письменно будешь писать. Пошла в магазин. Письменными буковками будешь писать, да? Угу. Мама, в первый класс надо письменными буквами? Конечно. А мне нравится кладение. Ага, конечно. Ой, а почему тут стол? Ну, тоже переворачивала, место освобождала, чтобы подмести. Я думала, это новый стол. Это вот этот новый какой-то. Осторожно. Стол. В общем, все. Сейчас пью кофе и идем. Вот пока стол, на улице светло. Вот стул, мама. Не надо так лучше. Хороший стул. Поставьте, пожалуйста, лайк. И всем до вечера. Да?